Привет, меня зовут Виталий Штыбин. Это специальное видео для конкурса «Лучший гид России». Я этнограф, видеоблогер, будущий историк. И еще я гид и провожу в городе Краснодар индивидуальные экскурсии. Вот сегодня как раз прошла такая экскурсия на тему черкесских меценатов Екатеринодара. И за моей спиной сейчас стоят участники этой экскурсии, которые сегодня прошли. Привет! А за нашей спиной, на фоне, находится здание на Гимназической 67, в котором сегодня расположился исторический музей, археологический исторический музей заповедника имени Фелицина, старейший музей края. И в этом здании в 19 веке проживал богатейший купец черкесско-армянского происхождения Никита Богарсуков. Это его дом. Никита Богарсуков происходил из армян, которые жили среди черкесов, и отличались от них только верой, а так по языку и по внешнему виду их было не отличить. И вот Никита и его семья, они были богатейшими купцами Российской империи, текстильщиками. Именно в этом здании в 1914 году проходили знаменитые в городе черкесские благотворительные вечера, где меценаты собирали средства на образование, на устройство образования детей, на устройство школ, закупку учебников. И это было крупнейшее мероприятие, которое оставило свои следы в истории Кубанской области и в фотоальбомах тех лет. Эти меценаты, они были не только черкесского происхождения и помогали не только, естественно, своим, но и бедным, сиротам, помогали развивать женское образование, помогали заключенным. То есть у нас есть чему поучиться у жителей Екатеринодара начала 20 века. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо.